ребята. Он помашал! Он помахал! Он помахал! Я так вдруг, он вот так вот сделал. Он что, с вами прощается? Это Марс, это мой двоюродный брат Макс. И сегодня мы будем снимать. Дрэку котятами. Да, у меня их много, я... Где-то 60. Всего 60, но один я подарила ему. Моей сестре. Ну, его сестре. Я до 11 лет собирала этих котят. Ну и бросила окончательно. Потому что всего 60 котят. А это 61-й. Он бог. Это наш судья. Познакомьтесь. Он с вами уже поздоровался. Готов? Готов? Да. Подожди, дай. Одну взял, потом убрал руку. Судья пошел считать. Раз, два, три. Ты что делаешь? Ты что, хочешь проиграть? Я тебе попаюсь. Ну, давай. Я все равно выиграю. Я выиграю тебя. Шепотом. Раз. Два. Потопой. Три. Это кися. В домике. Мать. Иди разбирайся. Я Мария Долгих. Слава чемпиону. Подожди, я еще не дошел. Я кот Марии Долгих. Говорю, что я нашел два кота. Какая Максима, ему ее брата. Выиграла Мария Алексеевна. Ура! Давай. Слава победителю! Я выиграла. Я всегда выиграю, заметь? Когда мы с тобой в эту игру играем. Благодарю. Пам-пам. Коту нравится, когда падает его сородич. И он сам упал к ним. А, подожди. Мама, судье. Сядь сюда. А на этом мы заканчиваем. Со мной был кот, судья, мой братик, котята и я, ваша многоуважаемая Мария Долгих. И конец видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите любую фигню в комментариях. Я все равно читаю. Но всегда все считаю. Я люблю читать, но не книги. Возможно. А люблю читать, переписываться с вами в ВК и в группе. Всем пока-пока. Я пойду закрою рукой.